Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня четверг оказался, а не среда. И у нас сегодня битва гильдии. Я что-то один день провтыкал, проспал. В общем, битва гильдий на английском сервере. Будем тестировать сегодня Ронина с максимальной сборкой 10-10. Попробуем, как он себя покажет. Что он сможет, что он не сможет. Я буду брать только одного Ронина. Больше никого, то есть чисто тест, сможем ли мы со спамом зафармить. Так, Франка мы оставим. Вот сюда мы сейчас втыкнем Ронина. Вот такой вот у меня Ронька. Будем тестировать, пробовать сборочку. Цеп. Так, сюда мы поставим. Сейчас надо подумать. Ставить выживание, либо же ставить оживу. По отхилу у нас получается. Давайте сделаем Ронина вот таким вот. Он у нас бить будет в любом случае. Увеличим ему жизнь. Он будет отхил получать, ну хоть кое-как, плюс 60%. Такс, также мы сделаем, сейчас я думаю, поставить топовая сборка, конечно же, с выживанием. Есть вариант поставить оживу. Давайте первый тест сделаем с 9 оживой, то есть у нас будет хоть какой-то шанс. Только ее надыбаем, где-то 9 наша ожива. Так, одна на локнике. Так, окей. То есть шанс у нас по отхилу будет, в принципе, смотритель и чарка. Интересно посмотреть, сколько у него жизни. Сборки, ну тут 70%. Поехали где-то в рейд, заскочим. И плюс юниты, то есть мы будем тестировать такую сборку. Так, ну, вроде пока нормально, считайте, 30-я землеройка. Хороший противник, с воодушками. Вполне прилично, вот такая расстановка мне нравится, такой Роня. Отхил по 160к получается, плюс у нас еще есть две оживы. То есть я думаю, посмотрим, как оно будет на практике на битве гильдии. У нас нету здесь Фрэнка. Вот Фрэнк — это самое больное место. Так, давайте я сейчас заберу бабочку. Сразу же переставлю вот так вот. Самое больное место — это у нас Фрэнк. Ну, видите, слили. Но мы не спамили, в принципе, как вариант. Так, окей. Поехали посмотрим, что там у нас сегодня по топам. Семьсот сорок, 900, 800, 800. Значит, бьем 800, а потом уже посмотрим. Так, стрелок, Фрэнк, вот он. Вот он, самый такой жесткий набор есть. Поехали, пробуем. Снимать будем вот так вот Фрэнка. Ну, видите, надо частенько спамить. Один раз нас уже слили. Так, давайте еще разок перезаходик. Возможно, выживание тоже будет интересно, но пробуем. Надо внимательно следить за Фрэнком, чтобы он по Ронину не бил.
И хаша, не убивать. 59%. Но тут можно уже просто вот так вот спамить все время, чтобы они по нем не попадали. Ребят, всего лишь 80%. Ну, я даже дерева не взял никакого для отхила, поэтому тут, скорее всего, мы сольемся. Хотя я сказал, что мы будем так вот сливаться, мы будем сегодня сливунами. Поехали дальше. Но с вас, конечно же, лайки. То есть, как видите, спам тоже не всегда спасает, если бегать таким образом. Ой, это что такое? За мехараста. Ну, я конечно как нуб кину его в центр и спамить не буду. Мне интересно посмотреть на это. Так, главное, к Фрэнку не иди. Вот такие расты проходятся им на ура. Давай, Ронька, жги. 67. Ну, видите, нету воодушевлений, и он без проблем может держаться. Если есть воодушки, если есть топовые воодушевления, я не знаю. Ну, он, видимо, скорее всего, я случайно Фрэнка выпустил. Он, видимо, скорее всего, проходил волны, поэтому такая расстановка. Ну, на таком варианте Ронька даже с девяткой и с восьмеркой будет тащить. Так, поехали дальше. 900. Смотрим, что у нас тут. Так, ну тут что-то такое непонятное. Роза. Ну, давайте запустим его в центр. Автопрокеров здесь, как видите, таких нету. Прям мега ворожей. Ну, дамажит. Можно было, кстати, вызвать эту, вытащить. Сколько мы там? 161к от хила у него. Так, еще раз ожил. Давайте будем спамить. Потому что могут свободно тоже унести. Ну, как видите, за 2 минуты мы успеваем таким ронином вынести все здания. Они, конечно, здесь, наверное, не в максимальной прокачке, скорее всего. 100% зафармили. Так, поехали следующий. Нам надо там юнитов нанять. Так, что у нас тут? Зефир. О, Фрэнк. Вот, отлично, еще одна раста хорошая. А, давайте только наймем 5 юнитов по максимуму. Ну, со спамом, если брать еще рез, можно проходить. Даже топовые расты. В принципе, я думаю, можно из первой попытки пробовать. Это я трешу. Я трешу одним героем. Просто прохожу. Если не прохожу, выхожу. А у вас есть целая база для этого. Поэтому любой вариант, если герой уже выносит 50% построек, это уже успех, скажем так. Это 90% шанс того, что вы пройдете его. Ну, все бывает. Так, поехали. Видите, одного на 80 затащили. Что там наши сливуны говорят? 90-60. Да при том, что я был на расстановке на волны. Улыбают. Так, окей, поехали дальше. Angry 2.0. Здесь хорошая расстановка.
Так, ну тут надо задвигать его в центр однозначно и спамить по максимуму возле Фрэнка, где-то здесь, возле Космо. Таким Ронином, вот именно с такой чаркой, хорошо на ком-то зависать. То есть, чтобы был стабильный удар, мы случайно стрелка ушатали. Вот тут уже полбазы разнесли. То есть, как видите, нету прям такой расты, которая там бы была. Ух, ах. Там, кстати, нас сейчас может огник шатануть. 95% шанс слива максимальный. Ну, тоже, в принципе, со спамом затащили. Так, и что у нас осталось? 740. 712. Остался один. Побежали, попробуем еще его шатануть. Так, тут у нас есть Зефир, Рея, Космо. Ну, такая раста против Ронина, она ни о чем, честно говоря. Фрэнка нету, соответственно, нам тут надо будет намного меньше. Хотя одно попадание от Зефира либо от Фреи нашего Ронина просто нет. У меня тут, кстати, еще очень мало юнитов. Но мы не боимся. Мы нападаем в лоб. Как видите, вот когда у него есть хорошая цель, он не бегает, он будет каждый раз отхиливать себе там 160к жизни. Я не знаю, сколько у него там жизни, сейчас мы это проверим. Такой сборки. Ну, наняли себе 3-4 лагеря юнитов из памяти. И сейчас, как обычно, на последнее это сейчас только хлоп и убили. Ой, ну это уже не важно. Случайно дальше залез. В общем, вот так вот, даже со сливом, у нас было бы где-то 15к, возможно, немножко больше. Даже со сливом без проблем можно, ну, это в моем случае, можно бегать. Так, надо нанять побольше юнитов. В общем, пишите в комментах, что вы думаете по поводу Роньки. Но с оживой, как видите, он тоже довольно-таки неплох. Такая сборка Ронина ничем не хуже против Ронина с выживанием. Здесь у вас шанс есть того, что герой реснется еще два раза. Будут десятые там эмблемы, треснется с 100% жизнью, здесь 70%. С единственным мы еще сбегаем, посмотрим, сколько у него жизни. Так, окей. Это Мархи открылся, отлично. Поехали посмотрим на его жизни. Уже 34% вынес, да, он какой-то вообще неубиваемый прям. Минус 800 дали, но у него где-то ляма 2 жизни может быть свободно. 45, ну в рейдах, видите, намного лучше стоит. Ну и как-то мы первый раз тестировали его, он не такой был прям мега убивашка. Давайте против каких-то, а я знаю против кого. Так, смотрим внимательно, ребятушки. 1,4 ляма, то есть 1,5 миллиона жизни, я считаю, для Ронина это вообще отлично. Вот второй раз его шатали, 1,4. Неплохо, неплохо, довольно-таки неплохо. В общем, вот так вот, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.